В Енисейском районе леса атаковал сибирский шелкопряд. Опасные насекомые обнаружили во время проверки инспекторы управления Россельхознадзора по краю. Шелкопряд повредил деревья на территории 21 тысячи гектаров. Кое-где отсутствует хвоя, часть леса погибла. Специалисты нашли гусениц в почве и на стволах деревьев. Причем, судя по характеру повреждений, очаг появился давно. Кроме этого, на атакованных лесных участках появились уже новые стволовые вредители. По словам инспекторов, на территории нашего края сибирский шелкопряд считается одним из самых опасных карантинных видов вредителей. Гусеницы питаются хвоей всех растущих в Сибири видов деревьев, но предпочитают лиственницу, пихту и кедр. В меньшей степени страдают ели и сосны. Погибшие из-за шелкопряда деревья крайне пожароопасны. Летом они вспыхивают, как спички. Вред очень серьезный, он относится к хвоегрызущим насекомым. И, ну, это первое уничтожение насаждений. То есть представьте, на площади уже сейчас 21 тысяча гектаров, и там очаг развивается. Плюс сразу же появляются вспышки вторичных вредителей, такие как усачи, там, пилильщики и так далее, которые уже полностью могут уничтожить данный древостой. Выдано предписание, но в идеальном варианте, конечно же, нужно проводить химическую обработку разрешенными пестицидами, то есть аэрозольную и аэро. То есть это уже дальше будет лесничество действовать.